Городская больница номер 2 находится далеко от центральной части областного центра, однако обслуживает достаточно большую территорию. Кроме брестчан, за помощью сюда обращаются жители Брестского района. Учреждение имеет статус чистого. Больных, зараженных COVID-19, здесь нет. Однако специализированные бригады выезжают на взятие мазков у контактов первого уровня, следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Поэтому любая поддержка для медиков сейчас важна. Средства защиты, которые необходимы для наших работников, надо менять достаточно часто. И чем мы более тщательно соблюдаем те правила, которые установлены Министерством здравоохранения по соблюдению санэпидрежима, тем более мы защищены. Помощь докторам городской больницы номер 2 оказало офицерское собрание Брестского районного отдела внутренних дел. 20 литров антисептика и 250 защитных масок – это первый и очень важный шаг в общее благое дело. Мы стараемся, хоть чуть-чуть собрались, обсудили, приняли решение, что нужно оказать помощь. Мы тоже люди, мы тоже попадаем в различные ситуации, попадаем в больницы, наши близкие родственники болеют. Ну и вообще это война общая. И это только один из примеров. Сегодня районные отделы региона активно включились в большую добровольную кампанию помощи. Некоторые из них не только закупили средства индивидуальной защиты, но и перечислили деньги на счета, чтобы медики закупали инвентарь и аппараты. Общая сумма помощи уже составила около 30 тысяч рублей. И это только начало.